Так, настраиваем Music on Hold. Это у нас приятная легкая музычка, когда мы ставим на удержание звонок. То есть, если мы хотим на другой линии позвонить, или просто куда-то там отлучаемся, нам надо поставить человека на удержание, мы ставим линию на удержание и уходим. А человек на другой стороне слушает музычку. Это у нас вот здесь вот делается. Media Resources. То есть, это вот отвечает у нас за... полностью за Music on Hold. Так, первое, что мы делаем, настраиваем вот сервер. Music on Hold сервер. Вот, мох 2. Здесь, в принципе, device pool, размещение, и вот здесь вот галочку ставим. Enable. Это у нас мультикастовый сервер, чтобы можно было не только на этом серваке играть, но и на других. Сейв. Так, следующее, что мы делаем, добавляем аудиофайл. В Ютубе. Я не помню где, но есть там как готовить файлики для Music on Hold от нашего коллеги с Америки, по-моему. На хорошем чистом английском, не на индусском, а на хорошем чистом английском он объясняет, какие файлики есть. Значит, у меня вот подготовлен Music on Hold, Scriabin. Его песенка, люблю я просто Scriabin, и его песенка Львив. И город хороший, и песня хорошая. Вот я его подготовил, сейчас будем ее... Здесь может сейчас произойти такой случай, что сам сервис IP Voice, вот этот, который отвечает за Music on Hold, не запустится, и мы услышим такой пивик, пивик, пивик. В чем прикол? В том, что в самом дистрибутиве нету драйверов под AMD, то есть оно рассчитано под интеловскую платформу. Вот где-то там, наверное, дня два я искал, как это ж можно победить. И вот на одном из сайтов тоже наших коллег с Америки нашел. Сейчас я покажу, если у нас это случится, я покажу. Даже, наверное, и покажу просто. Так, следующее, что мы делаем вот, Music on Hold Audio Source. Непосредственно дорожку, на которую мы всем подцепим. Вот здесь вот. Так. Вот выбираем Scriabin. А вот здесь вот надо написать полное имя. Сейчас. У меня лежит на диске. Так, Music on Hold, Scriabin. Не совсем там Scriabin, но... И нажимаем Save. Вот его... То, что он с ним сделал. Он его перекодировал в UAV. Алла 729 и ВБ. В принципе, все. Нам этого достаточно. Мы делаем вот так вот. Сейф. Теперь нам надо каждому подцепить вот эту вот аудиодорожку. Я вот хочу, чтобы у всех она стала. Леньки заходить, каждому из вот фонов выставлять. Мы делаем по-другому. Есть более хитрые способы. Вот. Заходим в Phones, Update Phones, Query. Так можно, в принципе, отобрать все телефоны, или же, опять же, отобрать по фильтру и изменить некоторые настройки. Вот они у нас, эти три телефона по фильтру отобрались. Идем Next. Вот, остановим Music on Hold. Ставим галочку, выбираем вторую дорожку. Media Resource Group мы не создавали. Network Hold тоже выбираем вторую дорожку. Так, что нам следующее надо? Нам надо здесь вот, что мы будем делать. Reset Phones, Restart Phones или Apple Config. Перебутнем телефоны. И внизу, в самом низу, у нас есть сейчас это сделать или позже, по шедулеру, или там, когда он захочет. Я сейчас хочу. Submit. Сейчас на одной из машин погашу микрофон.
Так, телефончики наши загрузились. Вот про этот бик я и говорил. То есть у нас сервис не работает, мы можем на него посмотреть. Заходим в сервисы. Не активируйся, вот сюда. Так. Так, вот смотрим, вот этот вот у нас не запущен. Если мы его сейчас стартанем, ничего толком у нас не получится. Ну, для примера, нажимаем старт. Он стартанул, но если мы позвоним сейчас. Можем обновиться, и мы увидим всю ту же самую картину. Он погас. Так, что мы делаем? Делаем мы следующее. Хотя, видите, он вроде как и работает, но не работает. Так, делаем мы следующее. Это у нас не то. Это мы заходим консолью на наш Home Manager. Сейчас я покажу команду, как его погасить. Гасим сейчас Home Manager. И заходим под libcd, наверное, так легче сказать, Ubuntu. Для этого надо будет просто скачать Ubuntu Desktop. Я скачал 12.04, мне как-то легче с ней работать, чем с последними версиями, не знаю, что-то мне не нравится. Долго команда у нас как вот заходит. Кстати, я сохраню там команду у нас как будет пригодиться потом еще. Так, вот у нас нашла командная строка, значит есть команда utils. Потом идет System, ну, в принципе, здесь нет, там утилс сильно много, но System. И здесь вот мы видим Boot, Restart, Shutdown, Switch Version, Upgrade. Мы Shutdown. Говорим ему Yes. И вот он, Shutdown, будет сделан примерно за 5 минут. Так, я ставлю сейчас на паузу. Как только она погасится, я сразу же продолжу запись. Так, все, машина погасла. Что мы делаем? Мы цепляем в Ubuntu. Окей.
Заходим. Под нею. Конечно, надо установка. Тут. Try without installation. Installing. Так, все, загрузилось у нас. Выходим в терминал. Повышаем себе привилегии. Привилегию делаем, макируем наш для наглядности. Так, зашли. Что мы делаем? Мы заходим в файл систем, в MNT. Здесь у нас есть lib. Внутри есть модулес. Модулес. И вот у нас есть вот такая вот папочка. Не, вот сюда, вот cmp.ps. Вот есть такая вот папочка. Нам нужна точно такая же папочка, только с вместо i686 должно быть написано atlon. Мы делаем вот так вот. Делаем rename. Atlon. И стираем вот эту копию. Не удалось. Внутри содержание вот ipv, ms, это вот как раз этот вот модуль, библиотека, которая загружается. Ну, в принципе, все. Вот это вот вся процедура. Все. Гасим машину. Так, все, и все остальное. Так, теперь мы что делаем? Мы здесь вот connection упало, чтобы Ubuntu не загружалось. И загружаем нашу машину. Это у нас минут на 7 на 8. Вот пошло загружаться. Так что ставим, пока она полностью не загрузится. Так, все, загрузились полноценно уже все. Можем проверить, как она у нас играет.
Правда, не то, что я хотел. Я не совсем это искрябин. Ну, хотя тоже прикольная мышка. Но я хочу все-таки скрябина. Так, сейчас у нас загрузится, прогрузится, и будем смотреть, почему у нас не скрябин. Вот оно почему. Странно, что тот не добавил. Ну, бывает. Телефон перегрузился. Сейчас будем проверять. Ну, поставим 7. Там будем смотреть. Так, сейчас телефон загрузится и проверим. Не загрузился. Ну, а вот и наш любимый скайпер. Oh, God.
Вот так вот. Все, у нас, в принципе, по колл-менеджеру остался только перехват звонка, парковка и звонок на полностью все. Ну, это сейчас в следующей серии это у нас будет.